Ниндзя! Продолжаем тему дарков. Сегодня у нас один из самых редко встречаемых самолетов в игре. Ravenwing Dartalon, он же Nephilim Jetfighter. В одной коробке два самых невезучих самолета. Собственно, как и все наборы нестандартной техники, это набор сам в себе. Здесь есть битцы, которые нужны для сбора конкретно этой модели, вернее моделей, а что-то сверх этого вы здесь не найдете. Давайте посмотрим. Первый литник, детали фюзеляжа, хвост, тело, низ, верх, детали кокпита. Кстати, кокпита, понимаете, что это пещера члена, как кокпит. Английский язык он вот такой. Rift Cannon, задние сопла и сопла вертикальной тяги. Плюс два heavy bolter, которые ставятся на один из самолетов, на второй не ставятся. Ракеты и рамки для hurricane bolter'ов. Я, кстати, думал, что они будут цельным куском. Нет, нужно собирать вот так вот рамочка для него. Сейчас я покажу вам, как выглядит все остальное. Остальное все вот на этом литнике. Крылья небольшие, хвостовое оперение, мегаболтер. Ну, это тоже турбины. Кожухи. Там ставятся либо ракеты, либо Hurricane Bolter, в зависимости от того, что вы берете. И вот, собственно, эти болтеры вот так вот россыпью придется по одному вставлять. Конечно, достаточно странно это выглядит. Ласки две, которые вы можете заменить, собственно, на Rift Cannon, на мегаболтер. Вот, еще болтеры, детали кокпита, иконостас для Дарк-талона. И пацанчик, который сидит внутри, тоже никаких вариантов. Все у него четенько, одна башка, одно тело, руки всегда вот в такой позе, достаточно странный. Видите, так держит перед собой джойстик и что-то там им делает. Вот, и собственно все. То есть все варианты для сборки и Джетфайтера, и Дарк-талона есть. Сверх этого вообще ничего. Но для конверсий, как сказать. Кстати, да, вот стазис-бомба. Собираемая из двух частей. Для конверсий. Да, у вас останутся детали. В зависимости от того, что вы соберете. Там та же стазис-бомба у вас может остаться с Rift Cannon. Да, либо наоборот. Но куда-то это еще применить не получится. Конверсии тут опять же такого уровня, как мой саплимент, то есть что-то сделать из этого другое, то, что есть уже в игре, нельзя. Но вот что-нибудь свое, например, я там все думаю о самолетах Нургла, которые летают с мертвым пилотом и сеют там всякие заболевания. Вот, это можно сделать. Но вот я думаю, из этого самолета или из Талона. Ну, то есть из Дарк Талона или обычного Штормталона Space Marine. В остальном только для Дарк-Ангелов, да и Дарк-Ангелам эта коробка-то, собственно, не нужна. Не играет эта малышка, да и летать она, по-моему, тоже не может.